Ваши позиции, девушки, что? Лично вы за то, чтобы в России узаконивать вот эти самые однополые браки или против? Я считаю, что нужно узаконить. Здесь цивилизованный мир это уже сделал. А зачем мы их узаконим? Ты про Аргентину говоришь? Как зачем узаконить? Потому что ты счастливый человек, и твой мужчина счастливый человек. Вы держите за руки, и вы можете поцеловать друг друга. Хоть на улице, хоть здесь в студии, хоть где. Вот ты сейчас Серега Астаховым целовалась. Я считаю, что не надо это выставлять на показ. Ты любишь этого мужчину? Да люби его. Я счастлива за тебя, что ты умеешь любить, и он тебя любит. На самом деле... Что значит, подожди, что значит на показ? То есть этот человек не может прийти со своим любимым человеком в ресторан, взяться за руки и поцеловаться, как я это делаю? Да ради бога, он может это делать. Ну, так ну. Это надо узаконить. А зачем? Потому что они должны быть... Что это не должно прав. Быть? Оля, быть законом. Нет, сейчас потому кончи. Что закон, зачем? Закон рождает да. терпимость. Я против этого. Ради бога, пускай они держатся за руки, пускай они друг друга любят у себя дома или в ресторане, но я против того, чтобы им позволяли официально жениться. Для того, чтобы дети, которые только-только воспринимают этот мир, они как губки все впитывают, они не всю информацию черпают из дома, они очень много что берут с улицы. И вот как раз, чтобы эти дети, маленькие мальчики, не думали, что это нормально, чтобы у них стереотип мышления все-таки оставался, что это ненормально. Это во-первых. Во-вторых, если от брака мужчина с мужчиной не может родиться ребенок, зачем им вступать в брак? Пусть любят друг друга спокойно. Мой милый друг, если человек имеет право на счастье, он должен иметь его в любом виде. Пусть это будет гомосексуальный брак, пусть это будет однополый брак, и он должен иметь на это право. Я с тобой категорически не согласна. Я считаю, что если разрешат узаконить им отношения, то им позволят и взять детей на воспитание. Как ты не поймешь, будут брать это не психологическая проблема, это физическая проблема, это физика человека, не это правда. Не психика. Оль, ты посмотри, момент, что творится вокруг. Обусловлен. А есть еще момент, когда гомосексуализм, он не генетически обусловлен, да, а модно, он воспитывается. Выгодно. Это модно, это образ жизни. Вот вы это, в конце концов, способ построить карьеру. А это говорит о развращении общества в целом. Как вы не поймете, потому что у нас это нормально. Содержанка, найди себе богатого девочка моя, ты кто должна сказал, выйти что это удачно замуж. Кто потому сказал, что это ненормально? Да, и это ненормально. И это тоже ненормально, то, о чем вы говорите. Почему вы думаете, что если это узаконят, это возведется в культ, и это будет нормально? Давай поженим. Друг мой, и я с тебя там возьму квартиру, машину и прочее. Вы сейчас об этом говорите. Вы говорите об извращенности общества в целом. Ты говоришь извращенность общества. То есть, если мужчина живет с женщиной, он что, извращенец? Нет, если она живет с ним за деньги, если эти люди продают свою любовь, если эти люди продают свое счастье, это извращение. Вот то же самое это будет на в гомосексуальных шагу. Браках. То же самое будет в гомосексуальных браках. Они будут по расчету, они будут продажными. Так, а почему у нас тогда узаконены браки по расчету? Почему мы воспитываем своих девочек, говорить, что ты должна удачно выйти замуж? Это ты так воспитываешь? Нет, большинство воспитывает. Поэтому это показывается все по телевизору. Ты говоришь, что это вдруг это не станет, понимаешь? Потому что у нас и так полно куча проблем. Потому Шелли, что страшно у нас, продвинутые, потому страшно. У нас девочки считают, что это нормально пойти на панели, продавать свою любовь. Слушай, но если вы это культивируете, в семье, это нормально, это культивируется то ради бога, в обществе. Это скажи мне, пожалуйста. Если ты воспитываешь свою дочь в нужных, правильных рамках, то она никогда не станет тем, кем ты считаешь, что она не должна быть. Но гомосексуализм, от этого никто не застрахован. Ну тогда получается... Значит, это тоже неправда. Иногда нормальные семьи нормально воспитывают. Да. Вдруг она куда-то отрывается так, и ты говоришь, разве тебе это говорила? Почему ты? А вот так пошло, какая-то компания, какой-то человек. Да. И начинается такое, мало того. Мнение. Да, потому что каждый человек отвечает сам за себя. И даже если у него родители какое-то быдло, но вдруг человек вырастает образованным, воспитанным, интеллигентным. Откуда это? Потому что каждый отвечает сам за себя. Если ты несешь себе этот ген, вот этот слом, который случился физически, и ты гомосексуалист, почему ты не можешь быть счастлив? Ну, просто общество к этому должно действительно цивилизованно подойти. И это должно существовать. И может один мужчина любить другого. И женщина любит женщину. Это может. Но давайте не будем это возводить в государственный культ, когда это разрешены браки. Но мне нравится, что в чем-то мы опаздываем. Мы говорим, весь мир. А я не хочу, чтобы мы все делали, как и весь мир. Я не хочу, чтобы мы до конца шли вот всеми буквами тех законов. Я тебе не говорю про весь мир, я тебе говорю про весь цивилизованный мир. Ну маленький это мой. Цивилизация, это цивилизация, это свобода твоих отношений. Ну свобода, это свобода, а не то, что ты напишешь. Твоя свобода. Я люблю эту женщину. И живу с ней, и буду любить, и от нее иметь ребенка, мы придумаем как.
Но почему это надо возводить в государственный... Потому что как только ты понимаешь, как человек понимает, что это разрешено на государственном уровне, у него начинает меняться отношение к этому, понимаешь? Когда человек понимает, что это нормально, это не извращение. Так бывает. А если завтра захотят узаконить браки? Если завтра захотят узаконить браки с животными? С животными, конечно. Это извращение. Вы же не слышите меня? Всемирная организация здравоохранения вывела гомосексуализм из области перверсии. Это не извращение, это врожденная болезнь. А педофилия, зоофилия и прочие извращения – это перверсии. И они запрещены законом. Вы что, вы не слышите, что ли, меня? А если завтра организация здравоохранения выведет что с животными можно? Это тоже не извращение. Ну, девочки, ну вы поймите. Ну так извините, мир, мы так, ну, знаешь, до чего дойдем? Помните в этом анекдоте, когда партбюро вызывает их троих, они живут животными. И он говорит: Иванов, нам сказали, что вы живете с овцой. Он говорит: да, живу. Он говорит: партбилет на стол. Сидоров, нам сказали, что вы живете с курицей. Он говорит: ну да, немножко подживаю. Партбилет на стол. Рабинович, нам сказали, что вы живете со свиньей. Он говорит: знаете, да, немножко живу. Партбилет на стол. Он говорит: ша, я на ней женюсь. Об этом уже было анекдот.